Всем привет, друзья! Конечно же, выходные дни сидим дома, проверяем лес, проверяем наличие грибочков зимних, амулинок и так далее, что попадется. Выбрались сегодня в лесок понад ручьем. Срывается сегодня такой снежок у нас, легкий, мокрый. Не холодно достаточно, минус один всего, поэтому, я думаю, недолгая разведка нам не повредит. Посмотрим, что сегодня нас ожидает. Планируем встретить в амулинку. А может, еще что найдем. Погнали. Итак, друзья, первая наша находочка по заходу в лес. Конечно же, памулинка бархатисто-ножковая. Растет она у нас довольно-таки неплохими пучками. Пережившая мороз, конечно же. Кому как удобно, можно, конечно, срезать, можно отломить, так сказать. Собираем, как кому нравится. Смотрите, вот она. Какая замечательная. Темная, бархатная просто ножка. Светлые, всегда светлые пластинки. И такая вот рыжая янтарная шляпочка. Гриб ароматный, вкусный. Зимний опенок. И здесь еще раз, два, три. Такая вот интересная кучка. Там еще с той стороны вижу, но там прям засохшие экземплярчики. Давайте их, конечно же, тоже срежем. Прячется всегда она в основном у корней деревьев. То есть растет ближе к земле. В корнях редко, но, конечно же, поднимается все равно она и выше. Может расти по стволу. Если, допустим, на улице сильно холодно, конечно, она забирается выше. Или, наоборот, прячется, допустим, ближе. Смотрите, какие хорошенькие. Ближе к теплу, все равно к мху, тянется туда, где и будет теплее. Сейчас у нас мороз отпустил, сыро на улице. Срывается сегодня небольшой снежок, но на улице минус один, и это достаточно комфортно для того, чтобы памулина тоже чувствовала себя комфортненько. И росла она и радовала нас. И будьте внимательны, она прячется очень хорошо. Прям очень хорошо прячется. Если заглядывать хорошенько под стволы, можно порадовать себя. То есть вот так вот нападешь на один ствол. И на сковородочку можно насобирать достаточно неплохое количество нежненьких молодых грибочков. Так, здесь вроде все. Тут срезали. Вот еще экземпляры. Ой, высоковато она подобралась. Ножку жесткую по большей части мы всегда срезаем, потому что чем темнее ножка, тем она жестче. Она нам не понадобится. Пошла с другой стороны этот ствол. Говорю, идем дальше. Нет, пока не идем. Смотрите, издалека не было видно, как здесь вот в такой куче веток спрятался еще один красивый куст памулинки. Его можно прям вот так подрезать и забирать с собой. А вон там вот еще тоже присохшая. Классно. Ту не будем брать, она маленькая внизу. Пускай подрастает, это засохло уже. Поэтому все. Тут я еще одну вижу кучку, но она прям, видимо, выросла давно и уже успела засохнуть. А здесь мы видим, лужа ранее была, подтоплялась. Очень часто здесь листья ивы валяются, значит, здесь ивовый опад. И здесь у нас ребята тоже памулина. Видите? Так вроде сразу не поймешь, что это за грибы такие, как поганки, да, на первый взгляд. А на самом деле, вот если мы срежем и посмотрим, увидим бархатную ножку, увидим светлые пластины и вот эту рыжую шляпку, то мы увидим и поймем, что это все-таки она, памулинка бархатисто-ножковая. Да. Вот так вот. Такие вот приятные находки. Практически перед Новым годом.
Видите, какая она симпатичная. Ножка всегда у нее, когда в основном она уже, так сказать, престарелая, да, всегда у нее будет ножка темненькая. Но по большей части, если вы встречаете светлый гриб, то ножка у него будет практически вся светлая, как и шляпка. Сегодня, если мы найдем такие экземпляры, я, конечно, обязательно вам покажу их. Зашли в гости к своему пенечку, стволу точнее. Ранее его снимали. Здесь прям уже испортился кустик. Вот малыши какие подросли. Прям и корка. И рядышком еще вот на земле, смотрите, какие кабанчики. Из перегнившей палки лезут. Классные. Вот такие толстоногие. Вообще классные. Эти возьмем. Такие можно взять. Маленькие оставим, большие возьмем. Зимние боровички такие прям прикольные. Собираем в пакетик. Чистенькие, обрезаем сразу. Будут хорошенькие. И пожарить будет вкусно. И в баночку замариновать. А здесь они еще отрастут. Там еще много икры лезет. Поэтому пока прикроем листиками. Дрожалка теперь в лесу встречается все чаще. Сейчас сыра. И она очень хорошо себя чувствует. Какой красивый мох, посмотрите. Вот этот я часто встречала, а вот такой еще не встречала. Интересно так растет, как цветочки зеленые. Вот это красота. По всему камню. Снег идет. И мы поднялись к елочкам. Ну что, как вы думаете, Дедушка Мороз все-таки положил нам подарок под елочку. И здесь выросли маслятки. Смотрите, какая красота. Один масленок. Рядышком второй. Ой, нет, даже три. Три масленка. Какая красота. О, чистые такие, прям хорошие. Получается, три масленочка под елочкой. Вот этот подарочек. Вот этот плохой, конечно же, наверное. Угу. Червивый. Ставим его здесь. А эти два заберем. Представляете, какой подарочек под елкой. И чистый такой, смотрите, какой. На срезе идеальный. И Надя говорит, еще один нашла. Второй. Надя нашла четыре масленка. Вот тяна. Да, они шикарные по качеству, просто идеальные. Здесь под маленькой сосенкой еще один. Ну вот, смотрите, какой прям свеженький. Какой красивенький толстоногий малышок. Масленок. Скользкий, свежий, чистый. С трудом верится, конечно, видно, как они под снегом, мороз. Но такая природа у нас, видите. Все думают, нет грибов, а они есть. Надя нашла 6 маслят под елкой, представляете? Да? Хороший маленький чистый масленочек. Ох, и они здесь прям растут. Подарки какие вообще в траве спрятались. Вот это да. Смотрите, какие здесь подарки. Один, вон там три. Вот тоже. Вот. Вон еще парочка. Это не конец. Вон дорожка, вон там. Садимся резать, ребята. Какая приятная находка. Вот это да. Прям под елочку на Новый год.
мокро, скользко, но они того стоят. Это же маслята. И руки уже вымазываются от маслят, как обычно. Поэтому обязательно надеваем перчатки. Потому что такая уж шкурка у маслят достаточно сильно пачкает руки. Ой, здесь прям сухие. Червивые. Можно срезать. Это значит, что они росли в заморозок, потому что только сегодня, вчера, сегодня более-менее потеплело. До этого было прям холодно. Какая прелесть. Под елочками. Красота зимняя, сказка. Снег идет. А мы собираем грибы, подснежники. Зима в этом году, конечно, классная. Осенью грибов почти не видели, зато зимой собираем. Представляете? А кто-то сидит дома и думает, что все, сезон грибов закончился. Подождем до весны. Ну, ребят, пока вы ждете до весны, мы собираем все ваши грибы. Ха-ха-ха. Смотрите, масленок кубанский зимний. Чистота, но идеальнейшая. Размеры просто бомба. Сложно устоять на склоне. Даже ведро. Я сегодня даже ведро с собой не брала. Просто ехала погулять. Когда всегда едешь просто погулять, грибов всегда находишь. Столько, сколько не ожидаешь. Вот и сегодня так же. Ну, красота же. Великолепные грибы, чистые. Неожиданно так. Даже не думали, что что-то будет здесь. А их здесь вон сколько. Да еще и какие. Шикарные просто. А их тут... Мама дорогая. Ух ты, прям в колючках. Надеюсь, ты хороший. Да, неплохой. Пойдет. Как же вам тут травки-то нравится сидеть под камушкой. Так, добрались до этой хорошей кучки. Что у нас здесь? Чистенький. Стой, не убегай. Ну, шикарный, конечно. Вот так вот получилось. Классная зимняя находочка грибная. Обалдеть, да, ребят? Шикарно. Ламулина и маслята. Пока шла, вот еще один нашла. Смотрите, какой красивый и чистый. Здесь вот еще один. В траве под камушками. Наверное, червивый, скорее всего. Не-а. Чистый. Ну, будь чистым, будь чистым. У них обычно часто только ножка бывает червивая, а так гриб неплохой. А вот здесь что мы видим? Смотрите. И здесь маслятки припрятались. О, какие! Так, этот, наверное... Хотя, кто его знает... Ну вот, неплохой вроде. А эти? Ой, под камнями. Ух ты! Такие прям хорошенькие, твердые. Чистый. Тоже. Класс. Ой, как я сегодня счастлива. Просто счастлива, обалдеть. Даже малыши
Ой, какой чистенький, хорошенький. Смотрите. Какие чистые грибы. Первый снег. Так, а ты у нас кто такой? Ух ты, да не один. Я даже подозреваю, кто ты. Скорее всего, ты мокруха. О, да, мокруха сосновая, пурпурная. Грибок, растущий в соснах. Даже мороз. И я вижу тут еще его братика постарше. Вы только посмотрите на размеры этого соседа. Ого. Вот это мокруха. Толстуха. Соседка даже, наверное, а не сосед. Даже полопалась. Видите, еще пока даже не раскрылась. Очень вкусный грибок. Конечно же, мы его берем. Ребят, поднялась еще чуть-чуть выше, но здесь еще более молодые экземпляры. А это означает то, что они растут прямо сейчас. Вот теперь, представляете, вот малыш. Новорожденный масленок прям. Смотрим дальше. Вот, пожалуйста. Прям свежачок, хорошенький. Вот еще парочка стоит. Ноги мягкие, по-моему. Чуть-чуть. Здесь в листочках и травке абсолютно незаметная, по-моему, мокруха затаилась. Ну да. Красотка. Грибочки, конечно, не кончаются. Кончается только световой день. Очень быстро. А грибочки выпадаются. Всякие выпадаются. Смотрите, и плохие, и старые, и помоложе, и получше. Большая часть ничего. Как вот они растут в такой холод, даже не знаю. И они действительно маленькие, такие хорошенькие. Вот посмотрите. Ну прям сказочка новогодняя. Их много выпадается. Вот, к примеру, малышок. Вижу старые срезы. Это, наверное, мы были здесь срезали раньше. Вот еще парочку нашла. Смотрите. Видела, даже горошинки маленькие встречаются. Представляете, если будет тепло, они еще вырастут. И морозы им не страшны, ничего. Их достаточно неплохо видно сейчас. Все серое такое. А они светленькие. И можно их разглядеть. То есть не так уж и трудно их заметить. Хорошо видно. А вот еще один масленочек. Вот прям молочные. Красота. Сегодня прям приятно. Снежок идет, не прекращается. За счет того, что идет снежок, тепло. Нет этого ветра, как раньше до этого. Так обычно здесь такой ветер гудит, и очень холодно. Но не смогла я пройти мимо этой красоты и не показать ее вам. Смотрите, какая красота. Семейка здесь. С одной стороны три масленка. И еще парочка с другой. Неплохие по качеству пойдет. Остальные дырочки при чистке вырежем. И вот здесь травки среди мха притаились тоже. Свеженькие. Стоят, мокнут под снегом. Ну, Кристинка их спасет. А то замерзнут. Класс. Чистенькие. Дошли до верха. Снег усилился. Видимо, мороз крепчает уже. Ниже нуля пошло, потому что снег перестал таять и начал падать. Наверное, пожалуй, на сегодня закончу свой сбор. Смотрите, так вот, ведерко получилось. Свежесобранных из-под снега маслят. Не мерзлых, заметьте, свежих и классных. Поэтому, ребята, буду я спускаться. Может, еще что-то найду по дороге. Но это, конечно, класс. Это как будто подснежники зимой в горах, в снегу.
Я получила сегодня море удовольствия от этой прогулки. Пошли за фламулиной, а набрали подснежников маслят. Ну, это, конечно, классно. Фламулину мы еще успеем собрать, вот теперь. А вот маслята — это такие ценные грибочки, что их действительно можно ждать только уже в мае. Классно. Буду собираться в обратный путь. Если что-то найду, еще, конечно, вам покажу. А и не найду, так покажу общий улов в конце. Двигаем. Ну вот мы и завершаем нашу сегодняшнюю прогулку. Снега нападало, как вы видите, достаточно неплохо. Крепчает морозец. Вот наши с Надей результаты. Наш водитель хотел помочь ребятам, которые застряли, и сам застрял. Поэтому вот сейчас будут вытаскивать. Yeah.